Приветствую вас, дорогие телезрители, в эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Якутский умелец из села Уолбататтинского улуса мастерит женские сумочки. И непростые. Угадайте, из чего? Да-да, именно из дерева. Мастер на все руки Иван Бапосов сделал сумочку из корня березы для своей жены. Работа шла целый месяц. Сначала он вырезал квадрат, потом поработал стамеской, шкуркой и обработал маслом для долговечности. А теперь мастер еще и совершенствует свои навыки в ледовой скульптуре. Перед Новым годом он даже выиграл в улусном конкурсе «Татта Мус». День рождения собаки блогер-фотограф Наталья Конешникова отметила, конечно же, забавной фотосессией. Белле исполнилось 2 года. Красавица Хаски предстала в этот день в образе дамы в пышном платье и элегантной шляпке. По словам хозяйки, Белла вела себя идеально. Oh, you look amazing. На площади Ленина состоялась фан-встреча ютуб-блогеров с подписчиками. Алексей Столяров и Никита Костюченко прилетели в Якутск для того, чтобы преодолеть запланированный маршрут Якутск-Аймекон-Магадан. Мы 3 ролика снимаем про Якутск, про Аймекон и потом еще трассу Якутия-Магадан-Колыма поедем. Сейчас. Пока плавно, не умереть хотя бы. Да. Очень холодно, мы правда не предполагали. Нас пугали, конечно, что тут действительно высокий минус. Мы даже были на перевале Дятлова, но вот это вот мороз, который тут в Якутске. Да, это вообще, учитывая, что еще все говорят, что у нас потеплело. Да. Я считаю, что слово потеплело неприменимо к температуре -40. А планируете купаться в Фловове? Ну конечно, братан, мы в шоке, что здесь такой холод. А в Фловове будете купаться? Мы в Аймеконе будем купаться, да. В Аймеконе обязательно скупаемся, да. В проруби, в Якутии, в Якутске нет, не будем купаться. Но будем забивать гвоздь. Наталом озере бананом. Бананом, да, скоро. Якутская хомусистка Алена Подлужная Ута с коллективом «Этносфера» представила на премии «Золотой орел» фильм «Сердце Пармы». В нем снималась юная якутянка Милена Сафронова. Кинокартина победила в 4 номинациях. На премии артисты озвучили музыкой древний языческий мир. Давайте посмотрим вместе на это завораживающее представление. За что я душу истуканом продал?
русский князь. Я останусь здесь. В Москве проходит художественно-промышленная выставка «Форум. Уникальная Россия». Ежегодное событие в этом году объединило рекордные 1200 участников. Каждый регион привез на выставку изделия декоративно-прикладного искусства, живописи и народных художественных промыслов. Выставка проходит в Гостином дворе и продлится до конца этой недели. Чем Якутия удивила посетителей «Уникальной России», расскажет Айсина Бурнашова. Яркий, красивый, нарядный, мех и вышивка. Я в шоке. Вот, действительно, встречаюсь с такими вещами интересными, которые вот, не сталкивался я. И это все о якутских изделиях. Ценителям народных промыслов было на что посмотреть. Вот, например, якутский нож, созданный по традициям предков. Именно это и превращает якутский нож в настоящее произведение искусства. Традиционные якутские ножи, самый средний размер, самый ходовой, универсальный. Сталь 65К, есть дол, ручка из капы березы, нож на бычий хвост, подвес из плетеных конских волос. Еще одна традиция народа отражена в зимнем пальто Буктахсон. Такую шубу носили в 19 веке. Здесь и отделка в виде сакрального Сергея, и орнаменты, обереги. Чтобы создать историческое пальто, мастерица Анна Семенова поднимала архивы музея Ярославского. Неделями искала необходимые ткани. Только на шитье ей понадобилось 2,5 года. Это рысь, бобер. Мех белки. Ой, внутри тоже все. Внутри все белка. И с задней стороны тоже очень красиво смотрится. И сколько же вся эта красота весит? Эта красота весит 16 килограммов. И вот эти отдельно, вручную держу, потому что в багаже очень трудно. Я шила такое историческое традиционное пальто, чтобы молодое поколение, внуки, увидели, какую одежду носили наши предки. Пальто создано по всем якутским канонам, с большой ответственностью и трепетом. Всего выставку украсили работы 9 якутских мастеров. Здесь и дейбир, и шляпка из конских волос, и хамусы. Каждое изделие прошло отбор жюри. Поэтому на выставке «Уникальная Россия» собраны лучшие образцы народных художественных промыслов Якутии. Мы так рады, на самом деле, посмотреть вашу культуру. То, как вы вот живете, и я смотрю, пользуется популярностью стенд, на нем постоянно люди. Поэтому мы очень рады, что вы с нами, и хотим посетить Якутию тоже, и сделать там мероприятие в формате «Уникальной России», только региональный стандарт такой. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Тем временем якутская мифология стала брендом, причем в прямом смысле этого слова. Мифические существа, о которых у нас слагается множество историй, стали вдохновением для создания серии ароматов парфюмерами Свердловской области Катериной Евсеевой и Алисой Козловой. Линейка стала частью проекта «Bestiarium Tonic», который посвящен различным верованиям. Пока вышло 5 ароматов – «Арсан Долой», «Чучуна», «Сюльюкюн», «Вер» и «Деретинник». И на этой мифической ноте наш пятничный выпуск News on Air подходит к концу. Но перед тем, как мы закончим, хочу напомнить, что в воскресенье на телеканале Якутия 24 состоится 3-й выпуск нового шоу «Танцуй». Борьба там разгорается уже не шуточная. Участники максимально настроены на победу, а репетиции проходят практически каждый день. Не забудьте включить телевизоры ровно в 18:00. Только во время эфира вы сможете проголосовать за полюбившуюся вам пару. Ну а я на этом прощаюсь с вами, но не ненадолго. Увидимся в эфире.